Более, может, что-то измениться, может быть. Ну, вот так вот. 33 года уже нашей общине деревенской. Вот так, значит, так. Ну, а так все, там все. Братья урожай убирают, так, урывками где там выйдут, час поработают. И... Дождик. Дождик не пройдет, а брызнул, как говорится, как излейте немножко, чуть-чуть. И все, а уже все ждать, когда просохнет, убирать нельзя. Ну и вот так они его все там рвут помаленьку. Еще горох давно убрать, еще не могут до конца горох убрать. Ну так вот, урожай есть, теперь как будет, что там. Другие кто-то свалили, волки, а теперь дожди. Уже трава прорастает, скоро волки, теперь я не знаю, как они будут их брать там, да и чего там брать. Уже все, считай. Раз, вот так вот. Так вот, так, я еду сейчас к Любовь Петровна, просила. Ее, значит, надо будет поисповедать, причастись. Все, ко мне какие вопросы? Не хворайте, батюшка. Мы вас любим. Вы нам нужны. Надавали мне столько таблеток, что я путаюсь, я не знаю. Ты мне напиши, какие, когда, в какое время принимать. Вот. Думаешь... Написано, батюшка. Я думаю, ладно, посоветуюсь я с врачами, которые как бы отдельно там где-то там. Они говорят то же самое, что и... Это я говорю, вы как то ли сговорили все против меня. Что же? То же самое говорят, что я говорю, ну может какие-то есть там ягодки, там травку какую-нибудь, чтобы как-то, ну восстановить, чтобы давление было нормально. Ну, нет, говорит, вот только теперь такие. Ну как нет, батюшка, я же вам сейчас, ну, перечислили мы все ваши травки. Сейчас я буду калину одну есть. Ну, не калина, рябина, черноплодная, ну, красная. Все, это все, я сейчас наберу, там все буду есть. Калину, рябину. А ранетки? Нет, это они только там живот расстраивают. Да? Во, груши. До того вкусные груши. Батюшка, я хотел спросить, грушевый спас есть или нету? Нет? Яблочный есть. Еще грушевый. Мало этих спас. Грушки маковые. Вот я предлагаю сегодня грушевый спас. Не надо. Спасайте груши, переспели. Я вчера одну покушал, потом посидел еще, до 5 штук съел. Ну вот, так кто же считал-то, батюшка? Я считал. Ну, потом думаю, что будет, но ничего не случилось. Все нормально. Спасайте груши. Так, ну что, поехали мы. Да помоги Бог. А он знает? Да. Ну все, тогда вот прекрасно даже. Это очень хорошо. Так, то. Ты не поедешь к Любовь Петровне, Валентина, нет? Нет, я не поеду. Ну ладно, тогда что, благословляйте, все, мы поедем. Бог благословит нас. Тогда имейте в виду, что если что, то только будет на престоле. А престоль у нас будет там в пятницу подать. В четверг вечера будет служба. 26-го. Я не поняла, когда он приедет. Там как раз и поезд идет 26-го, почетным числом идет. 26-го? Вот. Это через две недели. Ну да, все. Это же больше. Больше, наверное, да? Побольше, да. Да. Ну, здесь, видите, получается, сейчас если лег, этот, никак, здесь накладка такая получается. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Слушаем толкование. Новый Завет, 1 Коринфянам, святого апостола Павла, послание, 4 глава, с 9 по 16 стих чтения. 9 стих. Ибо я думаю, что нам, последним посланникам, Бог судил быть как бы приговоренными к смерти, потому что мы сделались позорищем для мира, для ангелов и человеков. Позорище. Сейчас прочитаем толкование, что такое. Слова, свойственные человеку скорбящему, или лучше тому, кто хочет привести других в стыд. Как вижу, говорит он, из ваших поступков одним нам, апостолам, положил Бог быть последними из всех и приговоренными к смерти. То есть осужденными, готовыми на смерть.
в самом деле из того, что вы уже воцарились, я могу заключить, что нам определено быть последними и как бы осужденными. Нам, апостолам, то есть тем, которые столько перенесли страданий за Христа. Мы подвергаемся страданиям не в углу где-либо, но по всей земле. И не люди только смотрят на нас, ибо немаловажны наши действия, но и ангелы, потому что наши подвиги так велики, что стоят и ангельского созерцания, ибо мы не с людьми только боремся, но и с силами злых ангелов. Не приведи Господи, если про нас будет сказано, что мы воцарились. А кто-то подвергается скорбям и смерти за Христа. Вот батюшка сейчас как раз об этом говорил, что когда все хорошо, там танцуют люди, пляшут, смеются, а потом скорбь наступает и начинает метаться, и часто все заканчивается, особенно когда никогда человек не думал о духовном, страшно заканчивается. Не то, что не думал. Ясно, что сейчас у нас такое время, что проповеди, то есть, ну, хотя бы имя Христово можно услышать, и слово Священное Писание. Уж церкви, что поруганы были, все уже знают об этом, уж точно знают. Но дальше не идут этого. И все, и заканчивается все страшным бедствием. Поэтому нам не нужно ждать скорбей, а нужно самим к этим скорбям идти. Как идти? Принимать все Христово, все чувствования во Христе должны нам принадлежать. А это чувствования какие? Другим показать путь спасения. Как только ты будешь это делать, тебя будут проклинать, тебя будут ругать, заушать, и, может, и бить даже. Пугать будут постоянно. И власть придержащие, и простые люди. Просто за то, что ты произнес доброе о Господе Иисусе Христе. А если еще законы будешь говорить, исполняйте. Да не курите там, не пейте. Ты будешь врагом всегда людей мира. Поэтому не будем людьми мира, говорит апостол Павел. Будем Христовыми. 1 Коринфянам 4 глава 10 стих. Мы безумны Христа ради. А вы мудры во Христе. Мы немощны, а вы крепки. Вы в славе, а мы в бесчестии. Толкование. И это опять говорит для того, чтобы пристыдить их. Тогда как апостолов били, презирали за Христа, христиане были уважаемы, почитаемы, мудрыми, и хвастали, будто все это во Христе. Посему, говорит, как возможно, чтобы такие противоположности совмещались в людях с одинаковым образом мыслей? Нет. То есть невозможно это. Необходимо допустить, что или наш образ мыслей не во Христе, или ваш. Но мыслить не во Христе недостойно апостолов Христовых. Следовательно, вы заблуждаетесь. То есть нас гонят, преследуют, а вы наслаждаетесь безопасностью. Немощью везде называют искушение. Опять вы славные, благородные, а мы бесчестие. Все это говорит по сильному негодованию. Смысл такой, как возможно, чтобы мы зло страдали, а вы наслаждались безопасностью и проводили жизнь счастливо? Итак, очевидно, что вы не в добром состоянии духовном. Напротив, теперешнее поведение ваше бесчестно и недостойно апостолов, следовательно, вы не должны гордиться этим. Горе вам, если все будут говорить о вас хорошо. К чему стремятся люди мира сего? Почему им не угодны те люди, которые называются духовными, те, которые за нравственность Божию претерпевают? Да потому что мир, он всюду и везде. Вы посмотрите, это телевидение, это все мир. Вот вчера день города был, это все мир, вот тут вообще невозможно было проехать. Вот. Я вот с берега, вот там на бережку плаваю, и надо было вот так объехать. 3 минуты я обычно еду. 20 минут ехал. И то, как доехал, непонятно. Там в одном месте, во втором месте затор. Полицейские, да, они. А так бы везде забили все машинами. И люди идут с детьми, старики, бабки курят, идут с какими-то воздушными шариками, идут, едят чипсы там, что-то там.
курят, курят, беседуют, такое оживляешь. А что такое? Пролетели самолеты, полчаса они летали. Летали как? Вот так низко тут летали. Прямо отсюда было со двора хорошо видно. Вон Лена снимала даже там что-то. И они пролетают, и такой звук ужасный. Батюшка Ишуш его так закрыл. Прям. И машины, у Лены машина запикала. У меня просто закрыта на ключ, а у нее стояла на сигналке. И машина начала пикать ей это. Говорить, вы что делаете? Кто меня трогает? И люди, вот это вот место, наш эпицентр, у нас тут как центр всего. Машины вот везде, вы не представляете, сейчас приехали, ничего нету, да? Вот брат Севастьян добирался, я не знаю сколько, его ждали мы тут специально, чтобы он добрался. Он обычно приезжает минут за 20. А сейчас приехал минут в 20 только, да? 15-20. Ну, но специально ждали брата, потому что мало кто был, ну, кто-то вообще не пришел, знал, что тут коллапс будет. Вот так вот. Ради чего собрались люди? Знаете, я ехал, открыл окно и хотел крикнуть. Там столько народу идет. Я открыл окно и вот так голову высунул уже. И хотел крикнуть. Вы так в Царство Небесное спешите лучше. А потом думаю, ну и что толку, вот сейчас я крикну. Не крикнул. Может быть и надо было. Кто-то бы что понял. Что за праздник, скажите мне. Вы что не приехали смотреть? Или приезжали? Самолеты летали. Понятно? Если бы ангелы летали, и то не надо было приходить с такой толпой. Потому что ясно, что это не те ангелы будут летать. А люди любят вот такие зрелища. Так не будем же мы на таких зрелищах, чтобы над нами не посмеялся апостол и не сказал, мы мудрые, а мы глупые, значит. Апостолы глупые. И тут же люди должны были сказать, как апостолы, вы же ученики Господни. Ну, то есть вот до такого доходят даже в христианских обществах. От чего все это? Да, я хотел задать вопрос, а от чего они такие? Вот глядите. Тогда, как апостолов били и презирали за Христа, коринфяне были уважаемые, почитаемые, мудрыми и хвастали, будто все это во Христе. А от чего они такие? Почему? Я отвечу на этот вопрос. Я говорил на то воскресенье немного о коринфянах, какие они были богатые. У них деньги были, они были самодостаточны, потому что у них город стоял на двух морях, Адриатическом и Эгейском. А посредине 5 километров не доставало. Сейчас там сделали пролив, я забыл в тот раз это сказать. Его сделали в 1870 году где-то, ну, там не один год, прорубили скалу, взорвали, тогда динамиты уже были, и сделали проход под те корабли еще, его так и не расширили. Ну, маленькие корабли проходят. Ну, теперь корабли хорошие, там они, и порты уже огромные, поэтому Коринф сейчас это не тот уже город. Он как исторический. Но этот пролив, он сейчас существует, там лодки катаются, яхты проходят это. А тогда не было этого. Не было взрывчатки, и 5 километров этих не соединить. И люди как подплывали с той стороны, привозили товары откуда-то интересные очень. Там, с Африки, с Сицилии. И их перетаскивали и продавали уже там. Ну и на этом они наживались, коринфяне. Вот их хвастовство и все. Они самодостаточны. Христос-то пришел к кому? К людям. Отверженным. Евреи, они были под оккупацией римлян практически. Не забудьте, что это не совсем оккупация. Римляне, евреи все-таки, они были на ступени союзников стояли. Там, я сейчас не могу сказать это римское, это латинское слово, но они не были вот в той оккупации, в которой... Почему евреи отвечают Христу? Мы не были рабами никому и никогда. Как не были рабами? Вы же сейчас в рабстве у римлян. Нет, нет. Они помогли римлянам отбить селевкидов и Птоломеев. Ну, там периодически Иерусалим переходил кто к селевкидам, кто к Птоломеям. Это греческие диаспоры от полководцев Александра Македонского, которые правили поочередно в Иерусалиме. Но 100 лет приблизительно евреи были свободны. Со 140 года и по
63-й год до Рождества Христова, когда Помпей Великий все-таки прогнал этих селевкидов и отогнал их войска, и захватил храм. И там известно было, когда он зашел в храм и наконец-то посмотрел, святая святых заглянул. Заглянул, потом вышел и говорит, странный народ, евреи, там же ничего нет. Там ничего нет. То есть как Бог-то? Бог должен быть Бог, а там ничего. Ковчега уже не было, завеса только, и там темнота. Ну, отодвинули ему, на рассветильник дали, он зашел, а что, ничего нет. И в этот момент проклятие на него пало, и там буквально через 30 лет, даже поменьше, наверное, лет через 20 с чем-то, ему отрезали голову. Недалеко, в Египте. Ну, те, с кем он боролся, в общем, к ним он и попал потом, как беженец от Юлия Цезаря. Вот так. И поэтому вот почему. Они были самодостаточны себе, коринфяне. И поэтому они ни в чем не нуждались. Да, тут бедность у евреев там и так далее. Пришел к беднякам. И вот они, видите, это сребролюбие, корень всех зол. Это вот к коринфянам можно отнести точно. Вот поглядите, у нас, когда начинается вот нестроение у нас, у людей в общине, когда человек начинает быть самодостаточным. И он тогда уже ни на кого не... А что мне смотреть? Батюшка там или еще, потом Бог тоже. Зачем он мне? У меня все есть. Здоровье хорошо. Деньги есть. Машина есть. Квартира есть. Жена есть. Дети есть. Все. Это клан называется. Клановая система жизни. Мне больше никто не нужен. Как никто не нужен? Нацисты пошли таким путем. Гитлер сказал, мы одна нация, и мы все одна огромная семья. Тоже приятно. То есть тебя в стране никто не будет знать, никому ты, никто это, ни хулиганить не будет, ничего. Все и все братья тоже очень хорошо. А Христос по-другому пошел. Он говорит, вы волю Божию не знаете. Воля Божья. Какая воля Божья? Спастись. Воля Божья, чтобы все пришли в познание истины. Все, каждый человек. А если он, ну, абориген какой-то там на островах Сейшельских, и он тоже. Так он же вообще Христа не знает. Он людей жрет. Все равно, и его я хочу привести к себе. И он показал это когда? В 1492 году. Что случилось? Господь показал. 1492 год. Это в Европе, просто прославляем, сейчас вот Марины нет, она в Португалии была. В Португалии это вообще, там памятник стоит на берегу ему большой. Господь соединил все народы. Показал, что он обо всех печется. Была открыта Северная и Южная Америка. Колумб вступил на землю Кубы, одного из островов там Кубинской архипелага, в 1492 году. Господь показал, там люди вообще Христа не знали, там дошло до страшного. Жертвоприношения человеческие были, как просто воды попить или вдохнуть. Люди сами отдавали себя в жертву, потому что там до такого дошло, что солнце восходит. Для того, чтобы оно зашло, оно на кукурузу там светит, кукуруза растет, еда есть. А иногда были затмения. Или плохая погода, или вулканы, и затмевало солнце, и не было урожаев, люди гибли. И они начинали, что нужно, откуда у них пришло, что нужно кровь принести человеческую. И они начинали приносить человеческие жертвы. До тех пор приносили, пока солнце не вставало и так далее. Ну и тогда пореже приносили. Но каждый день нужно было принести там сколько-то человеческих жизней. Вот до чего дошло. И Господь спас просто эти народы. Они вырезали там друг друга. И пришли туда. Ну, Христос, свет Евангелия туда принес. Остались живы многие. Но многие погибли. Вот так. Без Христа в таких скорбях, представьте себе теперь, что вы там на тех материках живете в 1400 году. Еще Колумб
не родился. Что там происходит? Это ад настоящий без Христа. Никто не знает ничего о спасении. И это даже не Ветхий Завет. 11 стих. Даже до ныне терпим голод и жажду, и наготу, и побои, и скитаемся. Апостол говорит про апостола. Что говорит припоминать прежнее? Посмотри на то, что теперь есть, на то, как вы утопаете в удовольствиях, а мы совсем напротив. То есть нас бьют, это говорит против надменных. То есть нас гонят, мы бегаем, это против богатых. Куда все это приведет. Что у нас сейчас, ну, как на наше время перевести? Наше время, ну, тоже хорошо сейчас пенсии дают и так далее. Можно потихонечку прожить. И многие пенсионеры так и живут. Конечно, ропщут, но живут потихоньку. Квартиры есть, ЖКХ работают и так далее. Но Господь посылает скорби и в наше время. Поглядите, что делается сейчас ни с того ни с сего. До Курской атомной станции хотели дойти, и Курск даже захватить, и Белгород. И сейчас там, в этих больших городах, города почти миллионники, падают бомбы, взрывы, люди гибнут. Вчера 5 человек погибло. Из-за чего? Господь говорит, помощь Египта будет тщетной, но Господь, ну это вот как раз из Исаии же, что вы на своей закваске закисли. Все, вы перелились, вы перепортились уже. Вы должны поменяться, быть другими. Не думать только о себе. Нужно выходить и дальше давать другим, а не только себе. А они там, им хорошо жилось. Перешей, туда-сюда таскают, все там перепродают. Хорошо. Деньги. 12 стих. И трудимся, работая своими руками. Злословят нас, мы благословляем. Гонят нас, мы терпим. Только сложно. Толкование этим приводит стыд тех, которые дерзают проповедовать ради прибыли и выгод. И что говорит важнее всего? Мы и не почитаем себя несчастными при таковых бедствиях. А из чего это видно, что вы не почитаете несчастными себя? Из того, что озлобляющим нас воздаем противным. Ибо тех, которые злословят нас, благословляем. И тех, которые наносят нам более жестокие обиды, это значит хуление, то есть жесточайшая обида. Молим, то есть за хуление воздаем им словами кроткими и ласковыми, что значит моление, то есть речь кроткая. За такое-то поведение почитают христиан безумными. Вот Господь говорит, злом на зло не отвечай, а отвечай на зло добром. Как у кого получается в течение недели, в течение месяца, полугода, за последний год, сколько раз вам кто-то делал какие-то огорчения и так далее, и ну, никого не били, я вижу. Ну, огорчения могли делать, и как вы ответили на это, как вы дальше внутри себя, какая у вас злоба есть какая-то, вы проклинаете этого человека или наоборот ищете, как угодить Господу и все-таки ну, явить славу Божию через это поведение этого человека на вас такое непонятное. 13 стих. Хулят нас, мы молим. Мы как сор для мира, как прах всеми попираемый до ныне. Какие страшные слова вообще. Что такое сор? Все, что выметается или стирается, как негодное. Так, если кто скверное что-либо стирает губкой, называют сором. Это же значит и прах всеми попираемый. Ибо попирать то же, что обратить губкой. Ну, пыль там и так далее мы же стираем. Это прах и есть. Прах. Такое невесомое. Видно только на свете. А так вот сейчас вот ничего не видим. Попробуй что-то приходить и на свет. Такое впечатление, как будто дождь идет какой-то или снег. Вот это вот все такое. И мы вот такое, он говорит, мы вот такие, как сор, как прах для мира. Для мира.
И так апостол говорит, мы достойны того, чтобы нас отвергали и почитали за сор. Не только вы, но весь мир и все люди. И не какое-то время, но даже и до ныне. То есть столько времени прошло, пора уже узнать, что Христос вам спаситель. Но нет. Заметь, каковым должно быть христианину, заметь, что он обязан подвязаться до самого конца. Но терпение вашим, спасайте души ваши, это вот как раз об этом. Какое терпение? Да, можно здесь и подзаработать, мы видим. Допустим, на СВО пойти, там 2 миллиона дают. Ну, молодые ребята могли бы уже, ну, Ваня мог давно пойти, уже получил бы денег хорошо. Он бы там на дроне каком-нибудь работал. Если бы успел получить. Ну, нет, ну это мы понимаем. Ну так-то можно же было, но нет. То есть показывается вера этим и другим и так далее. Он, брат наш Валерий, не выдержал. Не выдержал, терпения нету. Дай Бог, что пришел живым и брат. Дай Бог, помоги Господи. 14 стих. Не к постыжению вашему пишу сие, но вразумляю вас, как возлюбленных детей моих. Ну вот как называет апостол Павел Коринфян, которым обращается, так как бы жестко обличает их, и в то же время он возлюбленные дети. Все-таки что в них есть что главное? Они верят во Христа. Не к постыжению вашему, говорит, и не злым или ненавистным намерением говорю это. Но как возлюбленные детей вразумляю. Не просто детей, но возлюбленных. Возлюбленных, как понять возлюбленных? Возлюбленных им, возлюбленных Христом, Христос дал им веру в себя. Вот так. Бог дал веру во Христа, Христос дал веру в себя. И люди вначале обратились, но потом, видите, хорошая жизнь. Простите же меня, если я сказал, что и оскорбительное, ибо это от любви. И не сказал, поношу, но вразумляю. Кто же не перенес вразумление отеческого? Ну вот так вот он, как бы идет насмешка, с одной стороны, над ними, а с другой стороны, это не насмешка, а такой сарказм, как говорят, из-за любви. Ну, по-другому никак, они не понимают. 15 стих. Ибо хотя у вас тысячи наставников во Христе, но немного отцов, я родил вас во Христе Иисусе благовествование. Ну, то есть, такое впечатление, как будто апостол Павел прям хвастается. Прям, ну, я ваш отец такое. Ну-ка посмотрим, в чем дело. Что ж скажете вы? Другие разве не любят вас? Любят, говорит, но не так, как я. Ибо они наставники, а я отец. Итак, у детей, хотя один бывает отец, а наставников может быть много, однако их расположение к детям всех вместе гораздо менее в сравнении с любовью к ним одного, то есть отца. Так точно и между нами. Ну, по идее, так должна природа быть устроена. Отец, родил тебя для чего? Чтобы ты наследство его приобрел, отцовское. Какое наследство? Ну, Господь сказал, все передавайте чадом своим, все законы, которые я вам говорю. А как передавать? Через исполнение. Вы будете исполнять, и с детства ребенок будет видеть, участвовать во всем этом, и получит это обетование. Ну, придет вера, в общем, к ребенку. Вот как было все настроено на горе Синай, по идее. Но получилось почему-то не так. Почему? Сердце человеческое от юности жестоко и зло. Говорит Господь. Как ни странно, от юности. Человек не видит, что ему дают благодеяния. Вроде как будто ему обязаны все. Он же маленький. Вы меня кормите, вы меня поите. А приходит время, а я сам буду делать все, что захочу. Кормите, поите хоть до старости. Нет, нет, нет. Ты должен получать обетование, тогда ты сын. А если ты не хочешь обетование получать Божие, то ты никто. В мир тебя, как раньше было. И пошел в мир. Он пишет, Максим Горький. И сидит он у какого-то мужика, наставника. Он учит его там, как шить эти, точать обувь. И получает он по морде селедкой. А она говорит, ейной мордой, да мне в морду. В рыло, да. Она ейной рылой, мне в морду. Дедушка, забери меня. А в чем там смысл весь? Он пишет письмо. И подписывает его на деревню дедушки Жукову. Все, никуда оно не придет, это письмо. Ты не захотел отца?
Вот, и теперь ты пошел в мир. Ну, я не говорю там, что там правильно все было сделано или неправильно. Я говорю о том, что получается с тем, кто обетование не принимает ребенка. Мы сейчас это видим у наших, в нашем обществе, как это происходит. Кто-то еле теплится через что-то, а? Харю, да? Кто-то еле теплится, ну еще ходит сюда. Кто-то очень долго не ходит. Из чата, не только из чаты, с чат Божьей будем говорить. А кто-то уходит. Не только дети уходят, уходят и взрослые под 75 лет, там, под 80 уходят. А почему? Нам не нравится все. Почему? Ну вот вы не так вот, все у вас без любви, там, без дружбы. Хотят, чтобы без обетования просто самим куда-то идти, а куда, непонятно. Сейчас стоят, молятся там в храмах или не молятся, не знаю. Заметь, между прочим, слова во Христе приложил к наставникам. Это для того, чтобы не совсем поразить их. Ну, то есть, что, наставников много, это плохо, что ли? Да нет, неплохо. Впрочем, хотя приписывал им, наставникам, более трудное, ибо такова должность наставника. Мы сейчас их не знаем. Но превосходство любви предоставил самому себе, объясняя, каким образом он, Отец, им говорит при содействии Христа, я родил вас благовествованием. То есть не себе вменяет это дело, как многие между вами, но Христу. Ну, это мы читаем, когда говорит, один насадил, другой поливал. Вот так. Это апостол Павел уже опять говорит. А возрастил-то Христос. То есть, а что такое возрастил? Генетика сама. Вот семечко, и оно пшеничка. Семечко, рисонька и так далее. А вот, допустим, какой-то молекула, а это кролик. Из них состоит, из этих молекул. Вот так, Господь. И из этого именно кролик вырастет, не вырастет какой-то другой. И вот сейчас все думают, как это одомашнение собаки произошло. Вот те, кто любит собак. И вот где эта переходная ступень от волка к собаке? Почему-то все думают, что вначале был волк, а собака, то, что человека любит, ну не может быть такого. Как-то ее одомашнил человек вот любовью своей. Человек жесток был, страшно, к нему никто не подходит, всех сожрет, когда можно стало есть. Сразу Господь, я говорю таким людям, ну, встречаются в жизни, говорю, вот недавно на бережку там с молодыми людьми беседовал, собак привели. Я говорю, Господь сотворил сразу домашних животных, скоты называются, и полевых зверей, и там волк был. А в домашних животных была собака. Она сразу любила человека. Вот так вот, беззаветно. Но и волк человека любит. Если ты любишь Христа и полностью повинуешься ему, то и волк тебя не тронет. Об этом мы сколько видим. Львы не трогали, голодные причем. Даниила во рве и так далее. Даниилу доставалось больше всех. Проверять? Ну, любим ты Христом, то есть любишь ты Христа или нет до такой степени. То есть все заповеди исполнил, пойду ко льву. Тум-тум-тум. Нет, есть даже такие люди, которые прям идут ко львам, и у них такая вера вот в это. Но они их правда любят, они их не убивать идут. И львы перед ними как-то вот склоняются и так далее. И ну, там он плохого не делает этому льву. Или он показывает медведь там том. А громадный медведище, наверное, 2.20 или 2.30. И человек там какой-то десантник. Маленького его скормил, он там у него живет прям в лесу где-то. Он к нему приходит, выбегает прям, первый я ролик видел, думаю, что это такое. А он его начинает голову так впасть, голову его человеческую захватит и такой облизывает там языком. А то фу-фу, этот язык убирает, а тут пасть везде зубы. Вот Господь как показывает, что сотворил животных для человека. Ну что такое? Это, я думаю, что это, ну да, понятно, есть там искушение. Я думаю, это для того, чтобы все-таки этим людям показать, что это Божье творение. Ты мое творение, и это тоже мое творение. И вначале ты должен был царствовать и господствовать над ними. Вот иногда маленькими такими сюжетами мы это видим. И для нас, верующих, это должно быть предостережением, чтобы быть всегда готовыми исполнить любую заповедь Божию.
Ну, я хочу сказать, я в тайге сколько проработал? Ну, лет 15 прям в тайге. Никогда не брал никакого ружья. Молился всегда. И против этих жуков, которые кусаются, молился, ядовитых. И против змей. Ну, змеи, да, попадались. Часто змеи попадались. Иногда я их утаскивал куда-нибудь. Иногда просто приходилось уничтожать, потому что мы там делали... Они там живут. Что с ними делать? Вот, тогда клещей там много тоже. Снимал себя. Ну, не один только укусил или два. Ну, так сильно прям. Уколы поставил потом. Может, от этого перекосило меня. Ну, вот так. Ну, то есть... А так вот медведи, да, они там выходили где-то, лежанки находили их, рычали где-то они, волки там были, но никто не вышел, никто не обидел. Вот так. Ну, то есть, я молился. Кто-то может сказать, я тоже там был в тайге, но никто. Ну, значит, вот за тебя кто-то молился. И говорит, я научил, не говорит, я научил, но родил указанием на естество, показывая любовь свою к ним. И то, что они самые близкие ученики его, как эту мысль выражает и во всем послании. Ну, то есть родил, понятно, что рождение свыше называется. А как? Ну, рождение свыше от Христа. Он показывает, что он насаждал и поливал тебя. Насадил. Ну, то есть три вида благодати. Какая первая? Призывающая. Призывающая, насадил. Потом полив идет. Освящающий. Нет, нет. Сначала призывающий, потом обращающий. То есть человек уверовал. Ты услышал от него же, от апостола Павла. Потом дальше ты принял. Он тебя наставляет уже. Ты принял это все. То есть как отец. То есть он тебя родил. Теперь он тебя наставляет, воспитывает, дает тебе поесть. Ты рядом с ним. Ты принял это все, увидел. И теперь тебе нужно исполнить самому. Это освящающая благодать. Вот это самое сложное, исполнить самому. То есть ты можешь увидеть, начинать читать, там, ты можешь обращаться и так далее. Но когда исполнять? Когда исполнять? И когда ты начинаешь сам исполнять, это рождение свыше называется. То есть теперь ты можешь быть отцом для кого-то. Ой, нативность стихотворения. Я не учитель и я не пророк, но у Христа ученик. Не обижайся, я сделал, что мог. Но почестям не привык. Вот так. Что-то такое. Все, что мог, что ты можешь сделать? Вот ты можешь. А Господь дает веру, вот в чем дело. Поэтому теперь должен трудиться человек. Там отец трудился, наставник, а теперь ты сам, последнее ты должен сам исполнить. Подражайте, говорит 16 стих, посему умоляю вас, подражайте мне, как я Христу. Толкователь говорит, подражайте во всем мне, ни мудростью, ни богатством, ни превозноситесь. И не враждуйте против братьев, но полагайте и мудрость, и богатство в любви ко Христу, и к братьям. Против братьев не враждуйте. То есть вот кто-то тебе из братьев не нравится. Братья это верующие. Он тебе не нравится, это брат. Не враждуй. Есть обличение, есть наставление, советование есть. У нас это последнее, что если там против тебя кто-то согрешил так, и ты брата прям ненавидишь, совет церковно-приходской. А есть собрание общины еще. Но у нас до такого не доходило. До церковно-приходского доходило совета. Такое было несколько разборов ненависти. Ну, один раз к Игнату Тихоновичу, другой раз для того, чтобы человек не пал молодой. А вот так, чтобы собрание кому-то на вид выставляло, что он до такой степени всех достал, этот человек, ну, враг настоящий. И это... Ну, чтобы враг человек, нужно уже какие-то факты привести. Это вот, знаете, как в житиях святых, когда шел один инок, к старцу своему возвращался из города и рядом с евреем шел. И еврей начал говорить, он ему говорил, как они живут, а еврей говорит, ну, Христос, Христос, это, может быть, все было и не так. А он не отрицая, а поддакивая ему, хорошо, идут так, разговаривают, говорит,
Ну, может быть и так, и все. И это, может быть, и так было передано его старцу, и когда он к нему пришел, ну, у других нет, примеров мало, просто нету таких примеров, что есть община, все верующие и из мира, как вот у нас. Нет, обычно верующие, это монахи, отдельно женщины, отдельно там мужчины. Разного возраста, но в основном, конечно, такие среднего возраста. Молодежь там бывает, и редко очень. И все, и он пришел к этому старцу, старец говорит, иди от меня. Он в келью там стучится, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. А старец ничего не отвечает. Отойди от меня, ты там проклятый богохульник. А тот не понимает ничего, и он ему объясняет. Вот ты шел с евреем, шел. А он, говорили о Христе, ну да. А он сказал, а это, может быть, все и не так было. А ты что ответил? Ну я что ответил, что? Ну ты ответил ему, что может быть. Вот это, может быть, тебе вменяется как предателю веры Христовой. Всего-навсего так. Поэтому вот и то, что батюшка говорит, вы всегда должны иметь слова Христовы. Заповеди у вас должны быть. Не забывайте, что вы чадо Божье. Где? В любом месте. На работе, на каком-то там увеселении где-то попал ты, на вечеринке и так далее. Ты должен знать, что ты чадо Божье. И тогда Господь тебя... Или отметет от тебя, или тебя выметит, ну или какие-то даст такие печалки, может и радостные события, что реже, что ты поймешь, что ты не там, где надо. Вон, сестра танцевать любила, у нее все для этого есть, да, талант был, но пошла другим путем, сейчас растит в семье христианской. Ну, дай Бог, христиан. Ну, дай Бог, почему? Непонятно еще, что будет из них. Но обетования они в семье переносят на них. Они растут сейчас в этом всем, участвуют в занятиях, в богослужении и так далее. Читают с ними Слово Божие. Поют. Поете с ними? Нет еще? Поем. Ну, вот видите. Я каждый день пою. Вот видите, поют. Ну да, ну, пускай даже не повторяют. Ты поешь, ты передаешь им обетование. Ты отец. Ну, выполняешь функции отцовские. Вот так. Если говорить по-правильному, то твой муж виновник их рождения. А ты поддерживай это все. И будешь награждена сторицей. Во-первых, дети хорошие вырастут. Грамотные, сильные, здоровые, ну и так далее. Любить вас будут, благодарить. Ну, а главное, верующие. Заметь доброту сердца, он умоляет, а не повелевает. А предлагать самого себя в образец для подражания – это знак великого дерзновения. Вот он был дерзновенный, апостол Павел, когда говорит, что я родил вас во Христе Иисусе благовествованием. Он даже отвечает полностью, как все это было, рождение. Да, конечно, люди как говорят, ты вот роди сначала детей, сам там попробуй, воспитай, столько денег потратил. А тут, глядишь, пришел, там, услышал что-то человек. Ну, это что-то там такое непонятное. Как Господь пришел, сказал, они говорят, это от Вельзевула у тебя. А почему? Люди к нему собираются. Люди собираются послушать Слово Божие. Господь Иисус Христос мгновенно, в течение там, ну, одного дня, стал отцом духовным для тысяч людей. Они услышали, передали, и вот собирается Нагорная проповедь. Люди собрались, услышали слово, хотят дальше слышать. Но видим, что все это было не устойчиво еще, не крепко. Почему? Потому что были книжники, фарисеи, был сатана. Так и у нас тоже. Вы не думайте, что апостол Павел сказал, они поверили, все такие радостные и ушли. Нет, они ушли в споре между собой, как говорит 28 глава Деяния святых апостолов. Так ли это? Вот так. И поэтому, когда оглянулись при кресте, стоят одни неверующие, все кричат, друг на друга смотрят. Есть такой фантастический рассказ интересный нашего русского писателя. Но я так коротко скажу, в чем дело. Машина будущего. И люди хотят посмотреть самые знаменательные события.
И одно из событий, это, конечно, распятие Христа. Но им там, как говорят, вы там будете, у вас будут камеры, вы потихоньку снимайте, но это никому потом не показывайте. Ну, а здесь в этом времени уже у нас в будущем все понятно, как, что Христос был, да, его распяли и так далее. Только, говорит, смотрите, поступайте как другие, чтобы это, ну, вас никто не вычислил. И вот там, когда собрались все, и начинают, распни его, ну, это не распни его, а сойди со креста, там все вместе кричат, это, говорит, сатана кричал. И в этот момент, там их какая-то группа была одновременно, тот человек, 20, может, они начинают оглядываться, ну, как там, кто поступает, и смотрят друг на друга, и все кричат, и вот они такие глаза, и распни его, сойди со креста, то есть... Но они знали все это, кто они такие. То есть они предатели Христа. И они поступают так, как все вокруг. Вот такой как бы фантастический, но на самом деле-то все там так и кричали. То есть никакой фантастики нету. А они же, а потом упали на колени, плакали. Да что же это, Сын Божий, когда началось затмение, когда Христос уже почил. Вот так, ну все. Христос, так, братья и сестры, я хочу попросить вас помолиться ради Андрея, к братьям интернет-содружества обращаюсь. Это гениальный человек, с которым мне довелось встретиться, когда мы ездили с Таисией, с ручкой Тихвин. Вот там мы были на концертах дважды его. В 7 лет он уже получил международную премию, 5 лет начал играть на пианино. Вот, это что не возьмется, у него все получается гениально. То есть, если человек талантлив, он талантлив во всем. Он на саксофоне играл, но в основном он, конечно, это пианист мирового уровня, он объездил весь мир. Вот, и кроме того, у него языками увлекается. Вот, и вера в Бога есть, но не знаю, насколько. Я послал ему трехтомник к истинному православию. Так что прошу помолиться, чтобы Господь дал ему разумение истины, которое изложено в Святом Писании. У него сложный сейчас период жизни. Дай Бог, чтобы он преодолел это испытание. Сложные. Детство было. Молодой? Молодой, ему 36 лет. Но он уже успел много. Причем у него свое восприятие классической музыки. И он не возносится, он такой альтруист, благодетельный человек. Ну, дай Бог, чтобы он обрел. А он отец, вы говорите? А? Отец, вы сказали. Он священник? Нет. Музыкант. Просто музыкант. Пианист. Об болящих сегодня не говорили. О болящих. Ну, о моей жене, помолитесь, Надежде, она вот двое суток с гипертоническим кризом, никак не справимся. Батюшку продолжаем молиться. У него тоже был гипертонический криз, такой серьезный. Ну, у него так по... подражая своему брату, не отрицает лечение, но тут уже, знаете, как отрицать это. Вот, я ему уже сказал, у вас есть несколько вариантов. Один вариант трахнуло, и вы уже в другом мире. А другой вариант, вот будете лежать 5-10 лет, сколько там неизвестно. Вам это нужно? Так что нужно следить за своим давлением и принимать таблетки как нужно. Подождите немного, а? Хватит ходить. Сядьте немножко. Слышно звуки, все на камеру. Шушите музыкант. Надежда с Пальгуева была на приеме очередной раз у врача. Но там сложности были. Там, понимаете, нужно, чтобы правильно оценить ситуацию, нужно в течение 3 дней вести дневник. Дневник, который нужно заполнить правильно, а потом уже... исходя из данных этого дневника, делать какие-то выводы и назначать дополнительное лечение. Ну, назначили другой препарат, другое лечение, дай Бог, чтобы оно было более эффективным. Сам
Николай, он тоже болезненный. У него тоже гипотоническая болезнь. Насколько он исполняет это лечение, не знаю. Галина Николаевна тоже обещала пить таблетки. Ей написали, на год расписали. Она сказала, ну месяц я попью, а там дальше... Это я посмотрю. Это я там еще подумаю, да. Ну, тоже. Правильно. В принципе, вот по большому счету есть такие препараты, которые, как называется, атуростатины, которые обладают огромным количеством побочных эффектов. Я их хоть совершенно отвечаю. Потому что я раздумал. Ну, у нее стенты стоят. Мне самому это нужно делать раз в вечер. Я вот сам разумею, вот это буду, вот это не буду. Потому что я когда знаю, что какое количество побочных эффектов и что без них, в принципе, можно обойтись, главное оставлять. Ну, у нее стенты, и там надо пить год препараты, которые не дают сворачиваться кровь, чтобы не было тромбов на этих стендах. Разжижающие, там, дезагреганты пить. Ну, и от давления. Дезагреганты. Какой занятный язык. Ну, и за Елену молиться. Так, ну вот, еще Ефросиньи нету. Она на работе. Вышла на работу. Да. Поставили в график ее, да. Да. Да, слава богу, что не болеет. Да. И у вас там ночные все это? Нет, да? Она только в день сегодня на перевязке ее вывели. А-а-а. И мы с ней договорились, она посмотрит, вот сегодня выйдет как положено, 8 часов. Если будет выпадать также вот на воскресенье, можно ли, ну там уже на месте сегодня она делать эти перевязки, начинать с 10, чтобы она после службы... Ну, да, я или любой брат, который на машине, тут 5 минут. Ну какая разница, значит, да. Позже сделать. Не, ну если вот начальство в позу встанет, скажет, ты 8 часов должна прийти, там с 8 до 10 сделать. А если скажешь, ей с 10 до часу может делать, ну, помолимся, чтобы, да, чтобы она после службы уехала и делала эти перевязки. Ну работа началась, да, я о ней сегодня думал, думаю, первую зарплату скоро получит. И пойдет дело уже. Дай Бог. Как у Вани дела? Слава Богу, все прекрасно. Ты второй курс уже начинаешь? Третий уже? Третий курс. О, время-то. В ноябре у меня вот с 7 по 31 будет сессия учебная. Слава Богу, на работе нет проблем с этим, отпускают спокойно. Ну, слава Богу. Ну, вот ворчат, конечно, что... Потому что у нас там много людей в отпуска поуходили, у нас буквально один мальчик сутки через сутки работает. За него молится. Действительно. Нет, это нет сложности на работе. Не надо это слово, проблема. А что это нормальное слово? Это Игнатьевич предприятие. Да нет, это иностранное слово. Да что, нормальное слово? Зачем оно нужно? Оно лишнее. А ты не в отпуске? Так же, как мониторинг. Это так предвзятое мнение к этому слову. Так же, как мониторинг. Вчера работал, да? Не было этого слова у нас проблем. Никогда. Ничего не было. Многие слова. Да не было слова. У нас масса слов пришли из других языков. Это все нормально. Я когда учился, развитие языка. И в институте везде не было слова проблема. Нет, оно было, но вопросы, трудные вопросы. Как у Нестора? Да, слава Богу, все так же, ну, работа закончилась, еще получается, все это, в пятницу все закончилось, форму сдал, все сдал, все уже, все закончилось. А, теперь ты на учебу, да? Да, последний курс остался. Все. Тебе деньги выплатили, да? Ну, естественно. Да. Я так посмотрел, хорошо, зарабатывает, я думаю... Туда перейду после того, как закончится. Курятину? Да. Ну, курочку все любят, конечно. Так ты по специальности иди работай. Ну, ветеринаром я пойду туда со своим дипломом. Как ветеринар, не как таскать кур по клеткам. Ну, они маму-то помнят. Маму, восстановишь маму? Ну, я бы не сказал, что таскать куры это не так уж и выгодно. Ну, как бы, достаточно хорошо. Так это же тяжело. Ну, так а как иначе? Ну, он здоровый, поэтому что говорить-то? Так, главное, ты скажи, ты написал заяву? Какую заяву? Нет, заяву в военкомат написал? А что ты еще? А? В ноябре пойду. А что ждешь? Сейчас иди. Там зачем сильно ты? Рано тоже не принимают. У него отсрочка до конца обучения, у него еще год, да? Ты год остался? Ну, этот год остался. Да, остался. И они принимают где-то вот, ну, около полугода нужно. Ну, если... не упускай момент, естественно. Да. Так что, да, ладно, все, мы поняли. У него уже все собрано, он же тогда, ты собрал уже весь пакет документов? Ну, нет, не весь, справку мне не дали здесь. Нет, там нет. Это все от внутреннего состояния зависит, Христов человек или нет. Мне справку просто не дали еще. Справку или характеристику? Ну, и характеристику, и справку.
Что ты член общины? Да. А, ну это выпишем в ноябре. Подойди к секретарю. Так еще не забудьте молиться о рабе Елене, рабаш. Она сегодня больна. Так что действительно в крыльях молитвы нашей ее, дай Бог силы и терпения, которые предстоит ей много испытать, серьезно испытать. Поэтому тут нужно молиться крепко о ней. Да. Дорогие Господи. Да, это такое дело. Вот так, все будет не дышать. Достойно есть Якова истину, блажите тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Мать Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без искрения Бога Слово родшую, сущую Богородицу тебя величаем. Господи, защити Родину нашу от нашественных племенников, от внутренних распри, беззакония, которые в тайне остановить делающих зло. Просвети правителей страны нашей, чтобы принимали мудрые законы всех начальствующих, также просвети и защити. Людей, не познавших тебя, обрати к истине, чтобы божественная любовь коснулась каждого сердца. Священники, которые не служат тебе как должно, пусть покаются в небрежении своем и проповедуют смело и на славного об Иисусе Христе. Господи, праведны суды твои над Россией за то, что оставили тебя и слово твое, изреченное Святой Библии. Прости нас, Господи, Владыка жизни, что сокрыли имя твое, Бога и Иегова, Дух Святой, да наставит нас не признавать никаких иных богов вопия, а во Отче. Господи, научи нас семикратно в день прославлять тебя за суды правды твоей. Тебе хвала, слава, честь и поклонение, Пресвятая Троица. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Прошу, не забывайте про грушевый спас. Поставьте груши, пропадают. Завтра уже будет гнить.